В игре «Цивилизация 6» китайскую цивилизацию возглавляет Цинь Шихуанди. Цинь Шихуанди объединил сражающиеся китайские царства и стал первым императором в династии Цинь. Во время его экономических и политических реформ в Китае началась стандартизация, а власть стала абсолютной. Знаменитая терракотовая армия была создана по его приказу. Уникальная особенность Китая носит название «династические циклы». Благодаря ей внезапное озарение и вдохновение приносит большую пользу этой цивилизации. Цинь не любит сидеть сложа руки. Его строители способны трудиться дольше обычного и ускорять строительство чудес света древнего мира и античности. Уникальная боевая единица китайцев – пушка «Крадущийся тигр». Это мощная, способна уничтожать противников на короткой дистанции артиллерия, которая не нуждается в особых ресурсах. Как и во всех предыдущих играх серии, в «Цивилизации 6» есть Великая Стена. Но теперь она стала уникальным улучшением китайской цивилизации. В начале игры Великая Стена защищает ваше владение и приносит доход. А в более поздней эпохе становится культурным символом и начинает привлекать туристов. Не забывайте, что если вы хотите сделать стену длиннее, вам придется прибегать к помощи все новых и новых строителей, как в реальной истории. Как и Египет, Китай получает преимущество в ранней игре благодаря возведению чудес, но в отличие от него стремится к изоляции и предпочитает вести оборонительную политику. Великая Стена станет непреодолимым барьером, который защитит вас в начале игры.